Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы напишем диктант, который называется «Солнечный зайчик». Послушайте. Солнечный зайчик – это солнечный луч. Он состоит из 7 основных цветов – красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Вот такой небольшой диктант. Давайте запишем слово диктант. Диктант. Диктант называется «Солнечный зайчик». Солнечный зайчик. Солнечный зайчик. Солнечный зайчик – это солнечный луч. С красной строки будем писать. Солнечный зайчик поставьте тире это солнечный луч. Проверяем. Солнечный зайчик – это солнечный луч. Он состоит из 7 основных цветов. Давайте напишем эту часть предложения. Он состоит из 7 основных цветов основных цветов цветов. Поставьте двоеточие. Проверим эту часть предложения. Он состоит из 7 основных цветов. И теперь перечисляем. Красного. Говорим красного, а писать нужно красного. Красно. И переносим по слогам, если нужно. Красного. Оранжевого. О. Ран. Ж. Во. Го. Также обратите внимание, говорим оранжевого, а пишется оранжевого. Желтого. После Ж буква Ё. Жо. Л. То. Го. Желтого. Зеленого. Зе. Лё.
но голубого го лу бо во синего си не го и фи о ле то во го. Конец предложения. Давайте проверим. Красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Молодцы. А теперь давайте поработаем с этими предложениями, с этими словами. Первое задание. Нам нужно поставить в каждом слове ударение. Солнечный. Чтобы поставить ударение, нужно слово произнести. Солнечный. Тот гласный, который тянется, тот и ударный. Зайчик. Это. Солнечный. Луч. В слове, где один гласный, значок ударения ставить не надо. Он и так ударный. Один гласный, он и так ударный. Он состоит. В слове он тоже ударение ставить не нужно. Состоит. Ударение падает на и. Из. Это слово с одним слогом. Семи. Основных. Цветов красного, оранжевого, желтого. Там, где есть буква Ё, значок ударения ставить не надо. Две точки над буквой Ё уже показывают, что ударение на нее. Зеленого то же самое. Значок ударения ставить не надо. Голубого, синего, фиолетового цветов. Вот таких цветов у нас солнечный зайчик, солнечный луч. Вам задание. Попробуйте нарисовать солнечный зайчик. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Жду ваших рисунков. Всего вам самого доброго!